самое трудное в нашей профессии – любить или влюбиться. Потому что только ради этого я, старый человек, сел в самолет, прилетел, живу в хорошей гостинице, ничего не могу сказать плохого. Но все равно дома лучше. Вот ради этого, этой влюбленности, потому что большинство этих людей я очень серьезно люблю. Очень. И я как главный подхалим могу сказать, скажем, очень Ступку люблю. Очень. Да, я, правда, это такое, ну, о Сумской я не говорю, потому что мы целый секс играли в картине. Очень. Спасибо, Армен Борисович. Все мои друзья говорили, не может быть, чтобы у вас не было бы любви. Я имею в виду Сумскую. Спасибо, Армен. Да, мы выясним потом, да, ответим. И так далее. Отар просто, у меня такое ощущение, что я родился от него. Правда. Серьезно. Поэтому ради этой влюбленности мы и ходим. Только ради этого. Потому что мы думаем, что вот что, какие-то наши поры откроются, какие-то наши тайны откроются, и вдруг мы... Вот у меня всегда такое ощущение, что вот мы, наверное, что-то друг другу расскажем. Очень серьезного. Поэтому я думаю, что это очень важно. И дай Бог нам такой влюбленности. Вадим Карельман. Да. Вы тоже от любви? А я от любви что? Приехали. Приехали, да. Я приехал от любви в Киеву. Ностальгии и приехал на могилу моего отца. А вы давно не были? Я был в августе. В августе я был привез своего сына. Ну, в то же самое время. А, вы привели своего сына? Да. Который родился, конечно, уже. Который родился в Лос-Анджелесе, но он 9-летний был тогда тоже. Нет, вы можете еще постоять? Постоять, ради Бога. Все я время. Ради этого. Все время, да.